друзья! Доброго времени суток! С вами Лилия Донскова и Булавцев Михаил. И сегодня 5-й день видеомарафона «Игра» и тема дня. И тема дня у нас сегодня «Моя цель». Почему я выбрал ее, каковы главные причины, зачем мне это нужно и что мне это даст, почему это важно для меня. Как вы уже поняли, в нашей семье нет слова «я», у нас есть только «мы». Именно вместе все горы мы сможем свернуть. И каковы же цели наши на текущий 2017 год? Мы этот год объявляем годом строительства. Мы будем строить в трех основных направлениях. Первое направление – это строительство дома нашей мечты. Об этом доме мы мечтали очень давно, буквально с первых дней, когда мы стали жить вместе, мы просто сели и написали наш план, видение, как мы хотим жить, где жить. И дом у нас стоял, ну, практически на первом месте. Ну да, это наша мечта, наша основная такая большая цель. Наличие личных кабинетов у каждого, наличие спортзала. Пространство, огромного гардероба. То есть здесь все мы будем уже строить под себя. Чтобы мы могли приходить много-много друзей, потому что у нас небольшая сейчас квартира. Но об этом, да, не будем долго говорить. Вторая цель у нас, конечно же, строительство бизнеса. То есть мы уже взяли под крыло, так сказать, под активное воспитание, сопровождение 4 партнера. Мы планируем к концу года вывести данных 4 партнеров на доход свыше от 1000 долларов в месяц, что даст нам, конечно же, удвоение нашего дохода. А как известно, деньги – это энергия. Благодаря наличию денег мы сможем осуществлять все свои мечты, все свои цели, путешествовать, строить тот же самый дом, и плавно передвигаемся к цели номер 3. И третья цель – это наша такая семейная цель – помочь нашей дочери Валерии поступить в этом году, обучаться. Она планирует уехать в другой город, в Питер. И эта цель для нас очень важная, потому что, ну, это долгосрочная цель. Она же цель и мечта как раз Леры. Да, нашей доченьки. Вот, что нам это даст? Итак, первое. Наш дом. Как говорится, наш дом – наша крепость. Здесь больше не стоит ничего больше добавлять. Второе. Бизнес. Поможем людям, поможем себе и решим все свои вопросы, как мы уже все объяснили. И третье. Это наша доченька. Да, естественно, мы будем счастливы, если она устроится туда, куда хочет, и будет учиться в том направлении развиваться, которое ей нравится, которое ей близко. И, конечно же, мы, как родители, будем от этого счастливы. Итак, наши цели на текущий год озвучены. Теперь самое главное – это действие, а мы к этому готовы, мы уже действуем и не собираемся останавливаться, потому что это для нас очень важно, да, мы в этом уже определились. Друзья, я хотим вам сказать, что вот смотрим ваше видео, очень благодарны вам за то, что вы смотрите нас, за комментарии, так приятно читать. Мы сами с удовольствием смотрим ваши ролики, оставляем тоже свои вот записи. Просто спасибо, это очень круто, то, что мы участвуем в этом проекте каждый день. Просто говорим супер, потому что у нас сейчас началась движуха во всех областях. Спасибо за внимание, за вашу активность. До новых встреч. Если понравилось, сделайте репост, ставьте лайк. Пока-пока. Пока-пока.